Здрасте, здрасте. Как хорошо у мамы в деревне. Ну, привет, Лёха, здравствуйте. Как дела? Все отлично. Настроение, блин, лучше некуда. Здрасте. Ой, слушайте, ну да, многие, очень много ребят мне пишут, то, что я не на проекте. Но, не знаю, все может измениться. Так, надо открыть ворота мне. Вот так. Нет, вот так. Дом свой. Когда внуки будут? У меня уже двое есть. Но... Вы отдыхаете? Ну, я, в принципе, всегда отдыхаю. Не в Турции с Самониной. Это звучит как так, издевка. Не, Анютка пусть куражится, это ее выбор, ее время. Мне это не нужно. Спасибо, улыбка. Спасибо. Вы не кавказских крови, я сибирских крови. Поморы мы. С Белого моря. Да она не шея в Б, ну просто девочка еще маленькая. Со временем к ней придет мудрость. И она вполне возможно, я уверен, станет прекрасной матерью, женой. Вы же все девочки набиваете шишки до 30 лет. Ну, это особо мудрым, в принципе, им не нужно этого делать, потому что они осознанно уже с юных своих лет, а вот другим приходится жертвовать. Можно ждать в качестве гостя, да, на Доме 2 обязательно буду приезжать как эксперт. Как жюри. Северобайкальск. Так, ладно, все, дорогие друзья. Желаю всем добра, счастья, прекрасного настроения в это прекрасное воскресенье. Как участник был бы ты лучше. Ну да, просто не получилось у меня найти девушку, с которой бы я мог показать хорошие отношения. А так, в остальном, ворвемся. Скучаю по людям. Сейчас разговаривал с Ванькой Барзиковым.
с Катюхой разговаривал по видео. Ну да, скучаю, конечно. Дом 2 – это вообще неотъемлемая часть меня, поэтому здесь уже, наверное, этот вопрос излишен, да? Как я отношусь к Дому 2? Я уже частица Дома 2, потому что нет одного дня, где люди ко мне не подходят и не пытаются там поговорить, сфоткаться, спросить кое-что, да? За эти 18 лет... Ну, я стал таким человеком. Все, друзья, давайте, пока-пока. Когда на дом, только в качестве гостя. Поэтому пока ничего другого не рассматриваю. И вам тоже. Все, будь добро. Пока-пока.